Весна в Дельфине. Подопечные центра океанографии и морской биологии стали бодрее и игривее. Как львы и котики радуются солнцу, увидела Татьяна Кияева. Теплолюбивый сом вылез из своего домика. Акулы наперегонки плавают друг за другом. Скат заигрывает с водолазом, выпрашивает корм. Медузы стали активнее размножаться. Установка вроде бы как замкнутой воды. У нас с внешней средой практически не контактирует. Но тем не менее повышается температура на улице, ну, внешней среды. Естественно, и вода тоже поднимается температура. Чем выше температура воды, тем больше активничают все обитатели. Они как бы чувствуют, что действительно наступает весна. У них биологические часы есть. Они более активные, более игривые, что ли. Спокойнее стали представители холодных морей. Осьминог, окуни, камбалы и крабы. У артистов дельфинии играют гормоны. Черноморские афалины стали больше двигаться. Львы, нерпы и киты-белухи проявляют активный интерес к своим партнерам. Просыпаются гормоны, и мальчики с девочками отказываются взаимодействовать или, наоборот, взаимодействуют больше, чем нам бы хотелось, и это сказывается иногда и на шоу-программах. Мы стараемся максимально создать комфортные условия и не тревожить животных в периоды, когда им нужно больше покоя. Расписание тренировок у морской труппы скорректировали, чтобы артисты проводили время вместе. Пару южноамериканских морских львов переселили в вольер, где больше солнца. Дельфинов теперь чаще кормят, чтобы стали спокойнее. Гостей и жителей Новосибирска приглашают на цирковые представления. Татьяна Кияева, Даниил Колпаков. Новости ОТС.